Приветствую вас на канале. Занимались ли вы раньше арбитражем криптовалюты? На сегодняшний день арбитраж является одним из наиболее доходных способов заработка. Он позволяет зарабатывать даже на падающем рынке. Но стоит понимать, что в арбитраже речь не идет о каком-то пассивном доходе, как при инвестициях. Арбитраж – это полноценная занятость. Но занятость, которая приносит хороший доход и требует немного времени. Для прокрута данной арбитражной связки мы будем использовать две платформы, которые представлены на CoinMarketCap. Для того, чтобы быть в курсе всех новостей, подпишись на наш телеграм-канал. В нем вы сможете найти для себя полезную информацию о арбитраже, а также разные связки на свой вкус. Мы будем рады всем новым подписчикам, и как только будет круглое количество на канале, выложим новую прибыльную связку. Итак, переходим к связке. Переходим в торговлю и на спотовый рынок. Ищем и выбираем торговую пару Litecoin USDT. Указываем количество USDT. В нашем случае для наглядности 11 тысяч долларов и покупаем. Подтверждаем. Ордер был исполнен моментально. Переходим в раздел финансового счета. Выбираем Litecoin и нажимаем «Вывод». Проверяем наличие монет и переходим на платформу. Если еще нет аккаунта, то регистрируемся. Если есть, входим. Переходим на платформу. Прежде чем начать, обязательно убедитесь в том, что Litecoin стоит дороже, чем на Bybit. Стоимость лайткоина больше. Разница и есть наш спред. Переходим на домашнюю страницу. И нажимаем «Депозит». Вводим количество монет, которые купили ранее. И нажимаем «Get адрес». Копируем адрес и переходим на Bybit. Вставляем адрес. Сеть выбрана Litecoin. Вводим количество и нажимаем «Вывод». Еще раз все проверяем. Проходим проверку безопасности. Средства ушли. Переходим на платформу. Средства обычно поступают в течение 3-7 минут. Можно не ждать, а просто вернуться обратно. Средства уже отображаются на нашем балансе за вычетом комиссии за депозит. Перейдем во вкладку обмена. Выбираем, что мы отдаем Litecoin, а получаем USDT. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу. Выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем тезер TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес. Для этого возвращаемся на Bybit. Заходим в кошелек финансового счета, выбираем USDT. Сеть выбираем аналогично, TRC20. Копируем адрес и возвращаемся. Вставляем и отправляем. Средства ушли на Bybit. Вернемся на Bybit и перейдем в раздел транзакций. Как видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила 961 доллар.